То, что не гениальное, как правило, мне не нравится. Я за это не берусь. Но мне кажется, что эта опера абсолютно достойна нашего внимания и любви. Я очень давно с этой идеей живу. Я даже попытался это сделать несколько лет тому назад с Валерием Бесаловичем Гергиевым, сделать просто заключительную сцену. Но жестоко заболел и, в общем, вынужден был прямо на концерте отменить это все. Вообще считаю, что это огромнейшая несправедливость, действительно просто ужасная. Это даже поверить в это сложно, что такой певец, как Дмитрий Хворостовский, который известен по всему миру как лучший баритон мира, с 2000 года не спел ни одного оперного спектакля в России. Это парадокс. И не получал приглашения. В общем, из таких публичных и очень медиа-певцов он, наверное, второй после Шаляпина, кто поет эту роль. Роль демона, по-моему, абсолютно роскошно для любого баритона, ну, в общем, такого зрелого, я бы сказал, баритона, где есть и что попеть, и очень сильные моменты драматические есть, и иносказательность велика, и тем более это интересно. При всей гениальности Рубинштейна в этой опере, на мой взгляд, присутствует момент вот того, что эта опера для него такой новый опыт. Часто это бывает, что люди стараются туда сразу много всего намешать. Вот, и иногда бывает даже слишком много, поэтому во всех постановках, которые я знаю, делаются купюры. Есть какие-то, может, затянутые моменты при всем огромном мастерстве и гениальности композитора. Есть и посложнее оперы, есть посложнее роли. Она неровная. Она наполовину гениальная, наполовину не гениальная. Понимаете? И там, в общем, дело в том, что Рубинштейн ее писал в несколько присестов, и написав такие highlights, самые лучшие куски, он оставил эту оперу. Наверное, не было. Я немножко волновался по поводу того, что Хворостовский – это певец большой формы, который поет на больших сценах. И я думал о том, что надо как-то немножко нам этот крупный план убрать, чтобы все было в одном стиле. Но он молниеносно, он талантливейший человек. Он молниеносно почувствовал это. И он стал работать тоже, в общем, как в кино. И он стал работать очень подробно. Он перестал нажимать, он перестал показывать какие-то вещи, которые принято показывать в больших оперных театрах. Вообще настоящее искусство, вот искусство театральное, искусство оперное, оно абсолютно кинематографично. И все больше и больше становится. Так как мы имеем дело и с многочисленными и трансляциями, и съемками, и поэтому, ну вот, жеста вот такого оперного уже не нужно. Нужна мысль, нужно вдохновение, нужно сердце и мозги. Ну и, естественно, немножко голоса. Это было бы очень странно, если опера была бы такая же, как 50 лет тому назад или 100 лет тому назад, потому что мы тогда никак не смогли бы добиться до сегодняшнего слушателя. А к радости сегодняшний слушатель уже гораздо и моложе, и поэтому ты должен быть гораздо более похож на человека, а не на статую поющую. Отдельно мне хочется сказать про Асме Григорян. Фантастическую актрису. Фантастическую. Это сюрприз, это подарок. Это безумно талантливая певица, актриса. Она абсолютно сенсорная. Вот когда можно просто посмотреть, шепнуть, одну фразу сказать, она немедленно понимает дорогу. У нее навигация актерская потрясающая.
мне всегда кажется, что у меня ничто не получается. Но я считаю это только плюсом и хорошим качеством своего характера. Так что... Потому что это, ну, если ты думаешь, что у тебя все получается, я считаю, что это, ну, значит, это время уже заканчивать карьеру. Во время постановки я эту героиню превращаю в себя. Поэтому у меня, ну, нету такой разницы большой между героиней и мной, чтобы она уж прям в зеркало на меня смотрела чужим лицом. Асмик я знаю с детства, так как она дочка моего большого друга, Гигам Григорян, с которым я и работал, которого я знаю безумное количество лет. Огромная сила внутренняя в человеке, в актрисе. И это не чувствовать нельзя. И это, конечно, способствует и моему собственному какому-то росту, что ли. Вот. Поэтому я испытываю огромнейшее наслаждение, работая с таким человеком. Удивительная актриса. Удивительная. Любите ее, замечайте ее. Она достойна этого. Здесь есть для меня, конечно, самая большая необычность. Это то, что певцы находятся далеко сзади. Не просто сзади, как во время просто концертного исполнения, а просто далеко сзади. Вот. Здесь трудность для дирижера, в первую очередь, что, ну и для певцов, чтобы нет прямого контакта, так скажем, глазами. Вот этот момент, он как-то интересен, необычен. А так, мне кажется, просто за короткий срок родился по-настоящему спектакль. Мне кажется, что опера вполне современна, несмотря на свой такой, в общем, ортодоксальный, что ли, сюжет. Но вот эти вот условности, сценические условности, они и помогают. Поэтому вот в таком, что ли, скупом исполнении, я бы сказал, опера вполне смотрится и на вот такой концертно-оперной сцене. Вот. И мне кажется, больше ничего не нужно и не нельзя сделать вот именно в этой постановке. Эта вещь очень современная, потому что в этой вещи есть все. Есть и любовь, есть и война, здесь есть и убийство, здесь есть все. Но тут интересная вещь, ведь демон у Рубинштейна именно, он невероятно положительный персонаж. И вот эти арии гениальнейшие, которые стали шлягерами, они, если не сказать, что это арии демона, то это арии какого-то суперположительного героя. И мне кажется, что здесь и демон такой со знаком вопроса. Это искусство, это музыка. И именно музыка и искусство ставят вопросы и отвечает на них, которые не может ответить наше общество, так скажем.